Приветствую зрители ACA. Сегодня мы находимся на горе Таркитау. Сегодня у нас здесь кросс, мы побежим. Это работа на функционалку. 2400, ну минут 13-15, когда как. Смотря насколько ты готов. Смотря давно ли ты здесь бегал или нет. Здесь хорошие подъемы. Выносливость сдает хорошее. Вот и приходится бегать. Заходи, заходи, Хемдей, закидывай. Лично, заходи! Ногу! Еще иди, 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 иди. Таймер ставим. Это очень важный момент. 5 по 5, так как мне стоит пятером двойбой по 5 минут, будем работать 5 по 5 на лапах. Что-то новое пробуем и постараюсь это боюсь сделать. Хочется как-то развиваться, показывать красиво. Что-то красивое на них хочется показать. А локти это всегда красиво. Что мы будем делать сегодня? Объясни зрителям. Сегодня мы работаем на лапах. Сегодня у нас чисто работа на лапах. Это тактическая работа. Раскидка и тактическая работа. Провели хорошую работу. Пытаемся все каждым разом усовершенствовать. Что-то новое добавлять в его работе. Поэтому скоро увидите нового муслима, более опасного, более грозного, универсального. В целом подготовка идет в очень насыщенном, такой плотном варианте. Да, поэтому пока что муслим готов на все 100%. Главное, чтобы не травмировался он. Также его соперник тоже не травмировал, чтобы показать хороший зрелищный бой. И естественно, чтобы муслим красиво, достаточно, чтобы выиграл. Я доволен тренировкой. Сегодня хорошо поработали на лапах. 5 по 5, 25 минут поработали. В общем, я доволен подготовкой. Все идет хорошо, альхамдулилля. Было интересно показать маленькую часть своей подготовки большой аудитории. Спасибо вам.